раз уж пошло свидетельство, и о щедрости тоже скажу, но засвидетельствую по поводу аварии, которая, ну, могла тоже случиться. У нас была подобная ситуация, как у Наташи с Геннадием. Что вы кажете, но свидетельство какое-то, все, что бы могла дать случай, сверзнулась ситуация, куда-то бы могла дать случай авария? Ну, у меня другая была ситуация. Муж тогда был очень горячо против меня в вере. И мог другая ситуация, может, мы не мы подкрепящим в моей вере. И когда это случилось, я чуть-чуть сразу начинаю молиться громко на иных языках. А когда что-то случилось, всегда все море высоко на другие языки. Ну, это он мне уже потом рассказывает. То я после ну, это рассказываю. Это же секунды на самом деле. Саму секунду сам. И он говорит, молись, Маша. И ты оказываешь, молись, Маша. И тогда я, когда мы уже остановились, я тоже, тогда это было чудо на самом деле. Спрях мы, чудо, все что. И тоже подбежал водитель, был в шоке, как все произошло. Все что, шофер, и то есть чудил, как всичко такая себе случила. И я ему говорю, ты долго будешь без покаяния ходить? Я ему оказываю, долго лишь ты ходишь без покаяния? Ты увидел, что раз и все. Ну, если видел, что это раз, ага. И всичко наряд. Говорю, ну ладно, Бог тебе время дал. И я сказала, ну ли Бог тебе дает время. И теперь каждый раз я вспоминаю эту ситуацию. Всегда всякий под мы вспомним та ситуация. Так что действительно слава Господу. Слава на Господу. Я хотела засвидетельствовать о щедрости. Иском досвидетельством за щедростом. Я вообще, если честно, не люблю об этом свидетельствовать. А с нубичем досвидетельством за твам. Я когда пришла в церковь. Куда-то придох на церкву. Мой наставник меня научил, что если я должна давать даяние. Мой наставник мне казал, куда вам меня к даянию. То это должно быть в тайне. Треба дай тайну. Потому что Бог, видя тайное, воздаст тебе явно. За что-то Бог видит тайну, что тебе воздаде явно. И я всегда старалась это делать тайно, через кого-то. Меня есть старая докупрая тайну, через някую. Вплоть я в ячейки ложила с записками. Я никогда это не делала явно. А с него проехал явно, у меня купят гуслагах со знякви бележки. Ну а сейчас онлайн. Всегда можно онлайн. И переброска с карты на карту высвечивает фамилию. Бачи, когда ты плаштешь по карте, излиза фамилия. И я всегда, и я вот недавно получила откровение. Говорю, Господи, ну я же всегда это делала тайно, я хочу это делать тайно. Я наликаюсь на Бог, а винаги гуска доправя тайну. На что мне Бог ответил? Бог мне казал. Прекрасно тоже, когда видят, будут за тебя молиться. Убачи, когда видят, тогда что-то молятся. Потом я хотела, ну, как следствие, было у нас служение, слово по поводу миссионеров. Имаше служение, и там имаше слово за миссионеров. И Наташа сказала золотую фразу, что есть три варианта. Наталья казала, златан израз, чима три варианта. Или ты миссионер. Или си миссионер. Или ты учишься на миссионер. Или ты учишься на миссионер. Или ты влаживаешь в миссионерство. Или спонсорируешь миссионер. Ну, всем не секрет, что мы как бы здесь, да, и снимаем квартиры, все очень дорого. Только не тайна, часть всички зимом апартаменте поднаем, скупаем. Я сказала Господу, ну, это серьезно. Я сказала, ну, Господь, твоя серьезно. Я отдала этот вопрос Богу и просто стала молиться о миссионерах, которых мне Бог посадит. А составил тот вопрос на Господь и заплачивалась и молилась за миссионеры, за какую-то усечку. И Бог мне положил на сердце одного миссионера, я стала ему посылать. И Бог мне показал один миссионер, я заплачивала, когда мы спрашивали там пари. И в чем мое свидетельство, что мои доходы увеличились гораздо. И мое свидетельство в том, что мои доходы все увеличиха. И с увеличением доходов я стала молиться за второго миссионера. И когда доходы ты стала увеличиваться, почему ты молишься за второй миссионер? Она мне говорит, ну я не знаю, как я буду принимать, у нас вообще там, ну в общем, Бог все устроил. Я, кажу, я не ему, знаю, как я его благословляю. Но Бог всичко устроил, направил так, что няма. И мое свидетельство в том, что Бог нас никогда не оставит. И мое свидетельство в том, что Бог никого няма да не оставит. Я просто слышала одну сестру на домашней группе как-то у себя еще в Николаеве. В Николаеве одна сестра на домашнем туне служения каза. А она говорит, вот у меня когда будет много денег. Куда ты ему много пари? Я буду и там помогать, и там что я помогам, и там что я помогам. И я ей сказала фразу, у тебя никогда не будет много денег. Я себе казах, никого няма да имаш много пари. На что она очень оскорбилась. Тебя много усы убедила на тази фразу? Ну, это горячая сестра в Господе. Тебя горячая сестра в Господе. И через время она сказала, что я понял, что ты сказала. След время тебя разбрала в твоих казах. Если мы проанализируем, у нас у каждого есть, чем евангелизировать. А кого анализируем, и всички мы с какого-то служим. Слава Господу за то, что Он всегда верен, и закон сеяния и жатвы работает всегда. Слава на Господь, что винаги верен, и закон на жатву, это винаги работе. Аминь. Аминь. Да.